невероятная история произошла в деревне Гриневичи Сухопольского сельсовета Пружанского района Брестской области. Ночью жители села, жители деревни услышали звук, похожий на треск дерева. Ну и потом с утра обнаружили около забора несколько аистов. Причем отец продолжал сидеть в гнезде, мать охраняла своих птенцов. Бдительные жители вызвали специальную службу по поимке этих животных, чтобы они выжили и их забрали в определенный питомник. В Бресте существует питомник для аистов, в который сейчас и поедут эти питомцы. Называется он «Центр аистов». Вот жители села, жители деревни. Не полетят, работают профессионалы. Уже большие.